Сделано немцами из России. Это название форума культурного и делового, который открылся в самом конце мая в столице Баварии, Мюнхене. А ведь сделано действительно немало. И МТВ постарается поподробнее рассказать об этом. Такие встречи проводятся регулярно в Германии и в России, в зависимости от того, где заседает межправительственная российско-германская комиссия по вопросам российских немцев. О накопленном потенциале дружелюбия и сотрудничества говорил во вступительном слове авторитетный баварский политик Карл Фреллер. Наши отношения с Россией, они за эти годы расширились. И я был в Советском Союзе еще в то время, в 1988 году. Речь шла о перестройке, о гласности. И тогда говорили о том, что скоро упадет Берлинская стена, и мы тогда еще не понимали, о чем идет речь, но действительно через год это действительно состоялось, пала стена, и можете себе представить, каким это событием было для нас. В этом году как раз будет 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Российские немцы получили больше шансов, они стали переселяться в Германию, у них появилось будущее в своей стране, и у нас хорошие отношения с российскими немцами. Когда я думаю о нашем бюро в Нюрнберге, что мы интенсивно сохраняем все эти отношения. По мнению Карла Фреллера, перспектива российско-германских отношений никак не может быть завязана только на санкции. Я был на большинстве переговоров, которые велись. Я был на переговорах с Путиным. Это были очень хорошие беседы между Зейхофером и Путиным. И я думаю, что это дает нам хорошие шансы обеим сторонам жить в Европе, имеющие, естественно, свои проблемы, но чтобы Россия и Германия всегда сохраняли свои контакты. Есть проблемы между Россией и Украиной. Но это сказывается в том числе, эти проблемы сказываются в том числе и на торговых взаимоотношениях. Но мы должны сделать все для того, чтобы у нас внешнеэкономические отношения стабильно развивались. И мы должны сохранять существующие отношения и стараться налаживать новые. Мы должны оставаться в диалоге. Другой высокопоставленный немецкий чиновник Бернд Фабрициус также видит в российско-германском сотрудничестве немало позитивных мотивов. Мы знаем, что вы строите мост между нашими странами. Это образцовая работа, которую вы делаете, когда вы создаете этот мост и делаете ставку и на общество, и на другие сферы гражданского общества и культуры. Тот факт, что сегодня здесь встречаемся, показывает настоящее успешное развитие между нашими странами и между баварско-русским сотрудничеством. Есть двусторонняя кооперация в области науки, экономики, культуры, туризма. Мы это видели на примере Омска. И после форума между университетом Байройцким был заключен кооперационный договор с двумя вузами из Омска. Бернд Фабрициус подчеркнул, что мосты – это живые связи, конкретные дела российских немцев – и если шире взглянуть, вообще российских предпринимателей, сотрудничающих с Германией. Я знаю, что есть и мелкие, и средние предприятия российских немцев, где очень много работают также на пользу немецким
немецкому меньшинству в России. Я поэтому очень поприветствовал бы, если бы предприниматели российских немцев в обеих странах содействовали созданию моста в экономической сфере. Уважаемые дамы и господа, я вам желаю очень успешного мероприятия и больших успехов в создании мостов, которые строим трансгранично. Разговор на форуме по естественным причинам довольно быстро преодолел рамки двусторонних отношений. Он коснулся судьбы мира и роли в нем Германии и России. Я позавчера был в Алтайском крае. Так случайно получилось, где самая большая концентрация немцев. И там есть очень молодой, перспективный губернатор, о котором сегодня говорили. И он очень прославился в последнее время одной фразой, которую я всегда применяю в моих докладах. «Дела наши идут хорошо, но так дальше продолжаться не может». И поэтому, если посмотреть на ситуацию с санкциями, то так примерно это выглядит. Попытки Запада стать монолитным в конфронтации с Россией в связи с Крымом и Донбассом провалились. И это хорошо для нас. Изоляции не получилось. Но и поворот на восток, о котором часто говорят, тоже не имеет, в общем-то, тех перспектив, которые мы раньше думали, потому что Китай, при всем уважении к нему, не стал для нас союзником. Как многие из нас надеялись, он хороший партнер, мы всегда вместе голосуем в Совете Безопасности. Но все-таки у него своя линия жизни, своя линия поведения. Мы не знаем, как он будет действовать, когда совсем уже превзойдет Соединенные Штаты. А китайцы любят говорить, что в их отношениях с Соединенными Штатами, как с другой супердержавой, есть только одна альтернатива, и они всегда это говорят. Путь с вершины, на которой были Америки, ведет только вниз. Руслан Гринберг привлек внимание к разнообразию последствий влияния санкций на российскую экономику и на структуру российско-германских внешнеэкономических связей. Даже есть такая дискуссия, на мой взгляд, идиотская, в рамках Российской академии наук. Есть мои друзья-академики, которые... Совершенно серьезным видом. Я сначала думал, что они шутят. Они серьезным видом повторяют. Не дай бог санкции отменят. Опять спать начнем. Я считаю, что это позорно для великой нации вообще думать даже так, что без какого-то толчка извне вы ничего делать не будете. Но это... Так сказать, дискуссия академиков. А в реальной жизни мы видим, что Россия смогла переориентировать свою внешнюю торговлю. Не сильно, но все-таки. Если на Европейский Союз раньше приходилось там 50-52% товарооборота, то теперь 43%. Доля Китая повысилась. Китай обогнал Германию. Мы всегда были... Германия была всегда выше. Представитель Российской торгово-промышленной палаты в Германии Сергей Никитин отметил со своей стороны, что ухудшение европейского климата не смогло обрушить одно из важнейших направлений российско-германского сотрудничества – автомобилестроение. Новые предприятия открылись, как вы знаете. Мерседес построил предприятие, более интенсивно стало сотрудничество с КАМАЗом. И новое, может быть, явление – то, что... Сейчас стало проще в связи с изменением курса рубля приобретать активы в России. И некоторые другие факторы привели к тому, что локализация стала более активно развиваться и появилось достаточно много предприятий. На местах новых, да? В России, я имею в виду, при России комплектующие предприятия, которые производят, не обязательно это немецкие даже предприятия из других стран, притягивает Россию как место, удобное для производства. И в этом смысле даже активизацию можно наблюдать какую-то в развитии
автомобильной промышленности в частности. Руслан Гринберг тоже подтверждает, что никак не немцы в авангарде антироссийской политики, но оптимизма не испытывает. Если не будет политических решений по Украине, ситуация, по его мнению, кардинально не изменится. Но что дальше-то? По-моему, российский правящий дом делает ставку на, на постепенную усталость Европы от взаимных санкций. Много приводится данных, что европейские фермеры страдают, там несколько миллиардов за последние 5 лет. Разные есть расчеты, что европейские предприниматели хотят все больше и больше, требуют от своих правительств сокращения санкций. И правые силы, которые, похоже, что очень резко усилили свои позиции в Европе, и теперь в Европейском парламенте они будут все-таки довольно серьезны. Слава богу, не очень крупные, но все-таки будут давить на то, чтобы санкции отменить. И мне кажется, что это тщетные надежды. И вообще, и даже крупный бизнес в Германии, как я его знаю давно, уже смирились с тем, что начали говорить, что ты прав. Что... А я с самого начала говорил, что пока не будет политического решения, вы не надеетесь на то, что санкции будут отменены. Все эти разговоры, что экономика в конечном счете, экономическая целесообразность вынудит правительство отменить, все это ерунда и глупость. Другое дело, что Россия приспособилась к санкциям, и можно даже сказать... В каком-то смысле можно даже сказать, что она укрепила солидарность народа вокруг Владимира Путина. Павел Грудинин, известный российский аграрий и в недавнем прошлом кандидат в президенты России, также рассуждал о прочности российско-германских экономических связей. Санкции нас вообще не коснулись в этом смысле. Абсолютно. Что касается сельского хозяйства, то мы практически не испытываем никаких проблем. Мы возим немецкие технологии, немецкое оборудование для сельхозмашиностроения, поэтому мы не видим тут проблем никаких. Фирма «Эрман», которая у нас покупает молоко, очень динамично развивается, увеличивает продажи. Если говорить о совхозе имени Ленина, который я представляю... А, ну это уже конкретно вашим. Да, то вы смотрите, мы сдаем молоко фирме «Эрман». Одновременно мы крупнейший производитель России земляники и входим в союз земляничников Германии. Мы закупили эту технологию, машины для того, чтобы работать. У нас очень много общего, потому что климатические условия примерно одинаковые. И если взять, например, ту же Италию, то мы используем, как правило, не итальянские сорта, а немецкие или голландские. А вот в аграрной политике России и Германии, по мнению Грудинина, мало общего. Российские власти поддерживают преимущественно деятельность агрохолдингов и игнорируют мелких и средних фермеров. Крупные агрохолдинги на сегодняшний день обладают огромными возможностями с точки зрения осваивания государственных бюджетных средств. Но вот для примера скажу, что фермеры России получают только 22% от общей господдержки, которую предоставляет им государство. А львиную долю денег занимают, получают агрохолдинги. И неважно какие, хотя, к сожалению, у нас большинство агрохолдингов имеет, в качестве материнских компаний, либо офшорные компании, либо, как Штефан Дюр, вот немецкое происхождение. И это повсеместно, к сожалению, в нашей стране. Наличие государства в экономике увеличивается постоянно. И это видно уже невооруженным глазом. Ты постоянно кому-то должен. Как правило, это либо госкорпорации, либо какие-то компании типа наши вот эти Платоны, Меркурий, ну и все, которые собирают с вас деньги. Нефтяные компании типа Роснефти, Газпрома. Надежда на то, что государство станет больше думать о простых людях, повысит им доходы, соответственно, бизнес начнет развиваться, пока не оправдались, и мы надеемся, что все-таки они начнут оправдываться. Я с Иваном Семеновичем не согласен на тему, что, вы знаете, мы тут адаптировались, мы ни к чему не адаптировались, потому что, на наш взгляд,
Если дальше такая тенденция продолжится, то средний и мелкий бизнес вообще загнется. Евгений Мильхин, представитель Алтайского края, озабочен проблемами сбыта сельхозпродукции. У нас перепроизводство сельхозпродукции, мы не знаем, куда ее деть. Те компании, которые не используют кредиты после сбора урожая, если у них есть места для хранения, они еще выкручиваются. Они ждут до лучших времен. Их постоянно кормят баснями, что вы давайте сейте, а цена будет вот такая хорошая. Да, после сбора урожая, оказывается, ситуация становится другой. И теперь уже, ну давай по себестоимости отдай, наверное. И те, кто использует кредиты, кому надо будет платить кредиты за технику, вот, они просто вынуждены за копейки отдавать свой урожай. Это печально, на самом деле. Один из выходов в сложившейся ситуации – новое инновационное производство. Это, например, сублимационная сушка продуктов для Крайнего Севера, при которой сохраняются витамины и производство не вполне характерного для России козьего молока. Козья ферма, производство козьего молока, которое идет в детское питание, потому что козье молоко, оно несравнимо с коровьим молоком. И если вы почитаете состав детского питания, туда и входит именно козье молоко. А оно в Россию в основном заводится с Новой Зеландии. У нас нет массового производства козьего молока, поэтому будет строиться ферма на 4800 голов дойного стада. И опять же, как сказал Павел Николаевич, да, мы берем западные технологии, да, мы берем передовой опыт голландцев, а они в этом производстве впереди планеты всей. Мы закупаем дойное стадо в Голландии. Опыт взаимоотношений государства и фермера всегда интересен для гостей из России. На этот раз наша делегация посетила хозяйство Юрия Хайзера. Переехав из казахстанского Кустаная, он поселился в Аугсбурге. Это недалеко от Мюнхена. Как запустился с пчелиным хозяйством, Юрий рассказывает просто. Это пасека, очень такие пасечные условия. Все переселенцы приезжают сюда, и большинство, в всяком случае, очень хочет работать, хочет немножко заработать, как-то встать на ноги. И один человек уже такого пожилого возраста, с хорошим, так сказать, положением финансовым, искал кого-то, кто покрасит вот эту избушку. А надо знать, что эта избушка построена в 1937 году. Красил с моим братом полностью, шкурил и красил этот домик. Заработали денег, естественно, все хорошо. Хозяин доволен, мы довольны. Проходит, наверное, около 20 лет. И случайно ко мне опять подходит этот человек и говорит мне: слушай, нам кто-то нужен, кто бы перенял этот участок. Есть у тебя кто-то желающий? Я говорю, есть. А я же его знаю, этот участок. Я говорю, есть, это я. Опыт ухаживания за пчелами у Юрия уже был. Еще в Союзе у меня было более 200 семей, я, по-моему, вчера об этом говорил. Я начал в Германии с двух семей, потому что понял, что пчелы – это сила, это жизнь. Это энергия. Юрий и его супруга сохранили прекрасный русский язык. Кстати, и помощники у него непривычные для Германии турки, а наши родные узбеки. На пасеке производится и мед, и перга, и прополис. Годовой урожай может быть до тонны. Опыляют пчелы не только красивые цветы, а вообще все, что в округе цветет. Угощение приветливого хозяина. Вдоволь жареного мяса, экологически безупречные овощи со своего огорода, нефильтрованное пиво и грушевый шнапс своего производства. Вкусно? Сладкий? Кстати, Юрий Хайзер уже несколько лет член городского совета Аугсбурга. Делает успехи не только на ниве пчеловодства, но и в политике. Спасибо вам. Всего доброго. Жаль, что мы по-быстрому. Очень жаль, да. Здесь надо спокойно все. На медицинской площадке форума убедительный пример успешной адаптации российских немцев продемонстрировали супруги Вайц. Они в Германии уже около 30 лет. Вальдемар, как и Юрий Хайзер, член своего муниципалитета. Партийная принадлежность – социал-демократ. Отделом жизни для супругов стала робототехника. Ее безграничные возможности они демонстрировали на форуме в Мюнхене. Здесь, например, этот робот, он полирует арматуру. Ну, можно еще раз посмотреть вот это видео, да, то есть как человек сшивает вены.
Да, то есть вы невооруженным глазом не можете просто даже увидеть. Благодаря применению робота и благодаря его высочайшей точности, то есть можно, во-первых, снизить боли и осложнения пациентов после операции. Сотрудничать в России Вальдемар Вайц намерен с медицинскими организациями Омской области и другими центрами немецкой диаспоры в Сибири. Республика Германия, который в 2018 году составил почти полмиллиарда долларов США, что намного превосходит аналогичный уровень большинства субъектов Российской Федерации. Новосибирская область является признанным флагманом развития Сибири и прежде всего в сфере науки, образования, культуры, предпринимательства и является третьим регионом России по численности постоянно проживающего немецкого населения, более 30 тысяч. Активное участие немецкого населения в экономической, социальной, культурной жизни региона является важным фактором расширения наших внешнеэкономических, культурных связей. Такие предприятия, как ВЕКА, Сибирская НИФА, НИВА Штефана Дюра, Хенкель Баутехник, заняли достойное место в ряду новосибирских предприятий, обеспечивая новые рабочие места, современные технологии и качественную продукцию. По итогам культурно-делового российско-немецкого форума в Мюнхене подписано немало соглашений. Наведенные в прошлые и в нынешнем году мосты сотрудничества продолжают служить укреплению дружеских и деловых связей. Я думаю, что как раз на фоне политических сложностей, как раз в сфере экономической, в сфере сотрудничества гражданских обществ и культурного сотрудничества нам даются дополнительные возможности, потому что, мне кажется, все понимают, что невозможно диалог прекратить. И мы очень стараемся, чтобы между нашими народами не возникало недопониманий и не возникало осложнений, скажем так, именно восприятие нас как людей, как представителей наших стран, как людей. И вот как раз этому служат такие культурно-деловые форумы. Леонид Иоффе, Вячеслав Яичников, Мюнхен, Германия.